Накануне самого яркого события 2019 года, а именно вторых европейских игр, которые пройдут в Минске, хочется рассказать о таком интереснейшем месте, как стадион «Динамо». Его основали в 1934 году, естественно, войну он практически не пережил, но его восстановили, и уже численностью 50 тысяч зрителей это место готово было принимать самые разные спортивные мероприятия. Между прочим, самое крупное мероприятие, которое довелось принять стадиону «Динамо», это были именно концерты Аллы Пугачёвой. Ну вот последняя реконструкция, мы все знаем, что она началась в 2012 году, сократила все-таки численность зрителей до 34 тысяч, но тем не менее увеличила количество спортивных мероприятий, которые стадион может принять, а именно это самого высокого уровня футбольные матчи, ну и, конечно, электротехнические соревнования. Ну а больше смотрите, читайте, ищите на Places by.